Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Легенда о короле». Это из разряда Tower Defense, как я посмотрю. Так, русского языка здесь, к сожалению, нету. Первый день я получаю 30 самоцветов. Самоцветы нам 100% для чего-нибудь пригодятся. Так, ну что, это у нас карта. Карта приличная. Так, награда за видео. Я не буду, ребята, сейчас смотреть видосы. Блин, а может быть есть все-таки здесь русский язык? Facebook. Нету ни шиша здесь. Ладно, будем играть так. В принципе, ребят, ну вы сами понимаете, да? Tower Defense, они все практически похожи друг на друга. Я думаю, нам не составит труда разобраться в ней. Так, ну тут показано, откуда армия будет идти. В общем, все это известно. Вот отсюда она будет идти, сюда должна дойти. Точнее, не должна дойти. У нас 178 в данный момент монет. 178. Я думаю, что для начала, наверное, я поставлю барак. А сюда поставлю лучников. Так, 3 копеечка. Вот тут у нас лучник. Ну что, первая волна пошла. Это какие-то... Кто это такие, ребят? Похоже, знаешь, новое достижение еще. Ну, правильно. Первая кровь. First Blood. Нормально. Эти даже... Давай-давай сразу еще. Это типа паучки, ребята. Это типа паучки. Так, можно... Улучшение что-то дорого стоит. Конечно, надо поставить мага. Как же без магов, ребят? Смеете, что ли? Маги — это наше все. Вот так вот он выглядит. Наш магистр кислых щей. Чем... ох ты, там смотри, слизень с какой-то пушкой бежит. Бежит и радуется. Слушай, тут есть какая-то бомбочка у нас внизу. Так, ну в эти игры, наверное, лучше, друзья, играть без камеры, потому что она будет закрывать, наверное, большую часть карты. Наверное, так. Слушай, вот это вот... Ох ты! Ну смотри-ка, по 2 стрелы уже пускает. 2 лучника здесь, как-никак. А если мы вот здесь улучшим, это что? Так, мы можем же вот смотреть, что делать. Мы можем их ставить сюда. Да-да-да-да-да, эти вшивики там счастливят. У нас какая-то бомба тут. Последняя волна, ребят, последняя волна. Если мы справляемся, мы... А фиг ли я... Во! Мечники, ребят. Ну, эти мечники-то покрепче будут, я смотрю. Есть. Да, ребятушки, мы здесь выиграли на 3 звездочки. Все. Самоцветы, все дела. Так, друзья, пока была реклама, я посмотрел. У меня там нифига себе рамочка была на пол экрана. Естественно, я ее переставил. Сделал поменьше. В разы меньше. Так что... Я думаю, что мешать пока она не будет. Ну что, у нас вторая битва. Вторая битва. И поехали. Ага. Слушай, а вот это что такое? Это пушка или что? Она напоминает чем-то пушку. Трындец, поставил пушку и все. И больше у меня денег ни на что не хватает. Молодец, Рэй. Давай хотя бы посмотрим, как она бомбит. Надеюсь, она того стоит. Ну? И все? Ну и зачем я это сделал? Можно переиграть? Можно переиграть? Да, можно переиграть, друзья. Это не дело. Это не дело. Нафиг я эту пушку вообще поставил? Она такая медленная. Естественно, поставить лучше лучников. Для начала. И вот здесь вот поставить мечников. Вот это я вот понимаю. То есть мечники, они будут задерживать этих монстров. Ну а лучники, соответственно, будут их издалека расстреливать. Так, все. Эй, вот этого. Молодцы, красавчики, забомбили. Так, я, наверное, еще все-таки поставлю лучников.
Смотри, какие слизни. Слизни идут. Ватники, они слизни. Вот что я тебе могу сказать. Они, нифига они там прыгают. Давай, 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 расстреливай. Нормально. Сразу следующую волну. Так, а вот здесь, смотри, какие-то змеи пошли. Змеи. Да что вот это такое, а? Ага. Лучник, улучшайся. Ну, по две стрелы намного эффективнее. Это что, они хочешь сказать, что они всех моих... О, нифига себе. Всю мою армию они запинали. Вот что я тебе могу сказать. Всех моих... Так. Ребята, мечники. Прокачиваем, прокачиваем, прокачиваем. Ну зачем? Я не вовремя это прокачивал раньше. Вот, 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 выходит. Слушай, ну тут лучники нормально так отжигают. Смотри. Вообще шикарно жгут. Лопчиков запинали. Так, а что если я... Мага. Мага сюда поставим. Маг стоит 174 на прокачку, ребята. Ну это приличная сумма. Это сумма приличная. Так, забомбашили. Дай-ка я посмотрю мага. Следующий. 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 Так, последняя волна. 290 будет, ребят, стоить. О, смотри, маг уже бьет лазерами. Наверняка здесь будет босс. На 5 уровне или на 10. 100% будет босяцкий. Так, тут можно увеличить скорость, я так понимаю. Но мы победили. Так, второй уровень, ребята, пройден на 3 звездочки. И опять сейчас реклама, как всегда, да? Зарядит. Ну что, третий этап. У нас тут еще что-то есть. Видать, еще одна анчивка. Так, подожди. А, вот. Слушай, а самоцветы для чего? Они же нам куда-то нужны. Апгрейд. Ё-моё, ну конечно же апгрейд. 10 звездочек нужно, чтобы сделать первый апгрейд. Но, как видишь, у меня пока не получается. Энциклопедия, а в магазине. О! Вот они для чего нам нужны. Комбо. Гемы нам нужны для того, чтобы покупать заклинания. Пока мы справляемся без заклинашек, наверное, и не будем. Что такое? А, это сообщение об ошибке. Тут есть еще своя энциклопедия. Ага, вот она, прокачка идет какая. Маги. То есть максимально это 4-й уровень прокачки. 4-й уровень прокачки. Будем знать, что здесь максималка 4-го уровня. Так, ну а мы с тобой идем на 3-й уровень. Упс. Ну там-то дорожка наверняка тоже ведь не просто так дана. Знаем мы этих фокусников. Знаем, знаем. Так, ну что, вызываем? Так, здесь нужно сбор вот сюда поставить. Ну, понятно, пока все эти лопуховые паучки, с которыми, я надеюсь, мы быстренько разберемся, да? Эй. Так, следующую волну вызываю пока. Можно прокачать. Не вовремя, рейд, и опять, вот зачем, вот, ребят, вот это, конечно, дебилизм. Оу. Давай, 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 нормально. Блин. Тут уже будет с двух сторон. Ребята, с двух сторон. Лучиков поставлю. О, ты посмотри. Червяки на шариках. Червяки на шариках воздушных летят, прикинь. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, вот этого, вот этого. Блин, ты посмотри, какая тут. Ух, сложновато пошло. Так, прокачиваем лучников. До второго уровня, ребята, до второго уровня. Вызываем. Идут. Идут, идут, идут мои бойцы невидимого фронта. Давай, 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 запинывай. Так. Хорошо. Блин, денег маловато. 163 хватит? Не хватит.
Давай тогда мы, наверное, сюда вот мага поставим. Пока. Пускай пока здесь стоит. Блин, ну двойные лучники, конечно, круто. Я не знаю, какая будет прокачка на третьем этапе у них. Но я думаю, будет мощно. Смотри, поливаем, просто стрелами заливаем. Отлично, следующая волна. Так, это пушкари. Нифига, смотри, смотри, какой жирный червь, ребят, летит. Ну-ка. Это типа босса, ё-моё. Ребята, это типа... Давай, 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 жги. Насколько долго заморозка идет? Ну, приличная, ребят, заморозка здесь. Есть. Запинали мы этого босяцкого. На самом деле это не босяцкий, ну... Супер моб. Назовем это так. Слушай, здесь еще, смотри, определенные какие-то кристаллы есть. Тут такие, и вот еще, видишь. Так, друзья мои, мы переходим на четвертую миссию. Вот, смотри, у нас 990 гемов и 19 вот таких вот гемов. Угу, это мой профиль. Ага, еще 50 самоцветов и еще. Что ты мне не показываешь? Мне надо самому, что ли, тут искать? Выискивать, так сказать, вынюхивать. Ну что, поехали. Четвертый, ребята, этап. Ну, с богом. Что-то карты больно похожие друг на друга. Ага. Я понял, для чего это сделано, чтобы, ну, расчищать территорию, можно так сказать. Так, ну здесь пока какие-то мелкие слизни, кабаны идут. С ними-то, в принципе, как с полточка разберемся. Надеюсь. Еще оттуда волна, да? Давай вызываем магов. Давай магов поставим. Упс. Маг, ты где? Наверное, я все-таки... Нет. Блин, не очень, конечно... Не очень много расширилась у нас тут территория, если честно. За одного монстрика дают по десяточке. По 10 монет. Ага. Можно магов покачать. То есть он бьет уже двумя лучами. Соответственно, наносит, видимо, урон двоим сразу, да. Замечательно. Поехали сразу. Блин, а у меня одного подбили. Где он там спит? Вот, выбегает. Хи! Эти боятся магии, ребят. Вот что я заметил. Ну! Да, это какие-то оборотни. Бегали несчастные оборотни. Так, наверное, где-то вот здесь надо еще поставить лучников. Мне почему-то так кажется, ребят. Вот здесь. Или пушку. Вот тут. Так, новое достижение. Убить 200 противников. Сколько? Еще две волны, да, будет впереди? Две, друзья мои. Во! Идут еще такие довольные. Маг против... Как, он против мечиков должен быть хорош. Не надо этого сейчас делать. Твою налево. Фига, там бомбит пушечка у меня. Ну хоть попадай по врагам-то. Вот это... Эй!
А чё? Это стреляет, им по барабану было. Ребят, последняя волна. Эти, блин, какие-то недохиленные. Да ну, эта пушка бред какой-то, друзья. Честно вам скажу, бред. Ох ты, маг уже летает у нас. Смотри, как он. Уже три луча, мне кажется. Не знаю. Но мы победили. Четвертый уровень пройден. Ну вот и до пятого этапчика мы добрались. Потихонечку, потихонечку. Ох ты. 300 самоцветов. И еще 50. Так, больше здесь ничего нету? Нету. Так. Ну что, кстати, мы можем апгрейд сделать. Секундочку. Мы можем сделать себе апгрейд. Это у нас защита повышается на 10% для наших солдат. А это получение больше денег при убийстве противников. На 50% больше золота идет. Я, наверное, пропью. Все, да? Все. Или не все? Подожди, я не понял. Ага, тут нужно 20. Ну тогда солдатиков. Ребят, солдатиков. Новое достижение. Первый апгрейд. Мы прокачали с вами наших копейщиков. То есть теперь у них будет повышенная защита. Здесь мы сделаем, значит, так. Ставим сюда лучников. Наверное, по старой схеме пойдем, да? Не будем тут изобретать велосипед. Ладно, два лучника сделаем. И вот так вот, поехали. Будем сейчас разбираться с этими хламами. 8 бомб здесь. Бегут паучки. Блин, как-то вот этот лучник вообще не в тему там стоит, слишком далеко. У него радиус захвата не позволяет доставать. Сразу вызовем, да? Давай сразу позовем. Так, эти у нас больше урона получают от магии. Я так понял, оборотни. Хотя лучники, наверное, им тоже тут устроят. Поскуливает еще мне тут. Зря, наверное, сделал так. Хотя нет, нормально. Успеем разобрать. Так, ну что, бегут позорные псы. Давай, 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 давай. Так, лучники. Come on, baby. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, не пропускаем, не пропускаем никого. Фух. Я уже приготовился, ребята, заморозку делать. Но благо все получилось, обошлось. Так, ждем. Ждем, когда выйдут у нас мечники. Вот это, конечно, немножко странно сделано. То есть ты апгрейживаешь базу, и мечники сразу исчезают. Они, знаешь, как вот ты апгрейдиваешь, и они сразу тут на месте, хоп, улучшены уже стоят. Нет, они исчезают, и из базы только заново появляются. Вот это, конечно, большой-большой минус, ребят. Пауками вообще на раз-два разбираемся. А вот со стрелками, вот с этими ящерами. Хорошо, хоть они подходят вплотную, они издалека бомбят. Это было бы намного хуже. Слушай, давай посмотрим, как у нас выглядят эти мечники на третьей прокачке. Хо-хо-хо-хо, такие чуваки с топориками. Круто выглядят. Они вообще на раз просто кромсают, смотри. Вообще без каких-то там компромиссов. Такой барак у нас становится еще. Вообще на изи. Можно смело еще одного вызывать.
Так, 290. А почему? А, можно, да? Можно. Смотри, 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 как шмаляют. Ребята, лучники. На третьей прокачке. Смотри. Они даже не спят. Воу. Я только сейчас увидел, что здесь летуны. Ну вот здесь вот эти бесполезны будут, ребята. Мои стражники, так скажем, да? Мечники, копейщики. Потому что они воздушные цели уничтожать не могут. Сколько ты стоишь? 440, да. Может быть, накопить? Попробуйте посмотреть. На четвертой уровне прокачки, представляю, это будет, наверное, такая вещь. Поехали. Угу. Пока ничего не буду делать, ребят. Пока посмотрим сейчас, что у нас тут произойдет. Хочу прокачать до четвертого уровня. Я сейчас одного у меня мечника закромсали. Смотри, что происходит. И посмотри, какие у них тут. Просто заливает стрелами. Максимальная прокачка это была. Оно того стоит. Ребята, однозначно лучники на четвертой прокачке просто имба какая-то. Так, ну что, последняя луна. Подожди, я не понял, что мы с этим-то там. А чё он стоит-то? Ё-моё! Да чё он стоит тупит-то, блин? Друзья, я только такой вариант вижу. У меня нет больше заморозки, друзья! Что это такое? Пройдет, а? Не на три звезды прошли, а где там? А, вон у нас сердечко. Ну что, друзья мои, мы проиграли, поэтому давай попробуем. Там, видишь, там сразу гейм овер почему-то был. А вот как мне здесь лучше сделать? Лучники, видимо, не особо хороши. Скорее всего, там надо было магов делать, друзья. Ладно, поставим сюда магов и поставим мечников. Скорее всего, за счет магов я бы мог бы победить. Но это не точно. Тем не менее, надо проверять. Будем проверять. Потому что лучники, да, они хороши, но не против тяжей. Так, тут пока все хорошо. Маги обычно пробивают, да, всех этих бронированных хламонов всяких. И там так интересно, один идет сверху, другой идет снизу. Ну, я имею в виду босс. Один сверху идет, другой отсюда. Вдвоем они там потом. Маги пока, слава богу, справляются. Медленно, конечно, бомбят, но справляются. Давай следующую сразу волну. Прокачиваем магов. Ну, я тебе скажу следующее. Когда сейчас полетят летуны, маги нам тут не помогут. Что-то мне не нравится вот эта вот вся наша канитель. Так, справились, да? Давай следующую волну. Все-таки надо ставить здесь еще и лучников. Как бы хочется, не хочется, а их надо ставить. Без них тут, ну, тоже далеко не уйдем. А что это такое у нас появилось? Вот это что за значок, друзья? Смотри. Ни у каких башен нет, а у этого вот такой знак появился. Интересно. Так, сколько маг? 290 стоит следующая прокачка на него. 290.
И то, что вот маг хорошо, что он бомбит в разные стороны. Не только в одну, да? Три луча он уже выпускает. То есть на четвертой прокачке, насколько я могу понимать, будет 4 луча. Блин, здесь, наверное, нам надо будет... Фиг ее знает. $464 он стоит. Так, новое достижение. Что там такое? Убить 500 целей. Убили. Мне кажется, мы не пройдем. Блин, это там слишком мощный босс. Тем более, он через волну пойдет. А у меня заклинашек. А у меня нет заклинашек, ребята. Четыре волны. Сейчас он пойдет. Да, ребята, сейчас пойдет босс. После вот этой волны. Вот если бы здесь бы у меня еще был бы маг. $464 стоит, ё-моё. Хватит нам... Все, друзья мои. Сейчас пойдет босс. Трэш. Да какого... Ну нафига ты сейчас сделал, Трей? Они же ушли, блин, они... Во, вышли, рыцари. Этот сейчас пройдет, и гейм овер будет. Ребята, я умываю руки. Так, друзья, я все рекламы пересмотрел. Вот здесь вот, вот все, что ты видишь, это я получил. Но поверь мне, сколько я играл в Tower Defense, разные всякие, да? Такого не видел, чтобы на каком-то пятом уровне так встрять. Почему у меня, я не помню, у меня прокачка что ли не сработала? Я же прокачивал. Что не так-то? Десять. А вот эти уровни я могу пройти на... Ага. Я могу пройти уровень нормал уже. Блин, какой-то горелый. Ладно, давай еще разок. Четыре... Блин, я не знаю, может быть, не хватит заморозок-то. Четыре штуки. Ну, это трэш, конечно. Просто какой-то трэшняк. Блин, горел я. Ну, ты видел, что тут происходит? Что они тут вообще делают? Эти два босса просто в хлам меня, блин, выносят. Так, тут случайно переигрывать-то не придется мне? По-моему, придется, да? Как этот, а? Запоздавший самый. Давай. Мечников. Давай мечников поставим. Пускай здесь. Эти мечники здесь будут стоять у нас, да? Если что, на прикрытии. Вот тут. Да как бы и там тоже, по идее, надо это делать.
Ладно, вызываем. Надо как-то немножко вот сюда вот поставить. Блин, маг не дотягивается до них. Может быть, они делают уклон на то, что не надо прокачивать полностью, а лучше побольше башен поставить. Может быть, из этого идет расчет. Честно говоря, пока не знаю. Можно, конечно, попробовать, но это, мне кажется, ну, немного не рационально, как бы, получается. Вот у нас будут тут лучники стоять, да, например, тут. Блять, что можно, мечников влепить, к примеру. Вот здесь вот они будут, например, стоять, прикрывать. Так, что ли? Или пушку, я не знаю, это пушка, она, может быть, действительно пушку вот эту вот. Насколько она будет мощно бомбить по нашим врагам, я пока тоже не представляю этого. Там бомбит еще. Конечно, эти волны можно все, ребята, по ускоренному проходить. 406 следующее улучшение. Здесь, видишь, пока все нормально, справляемся. Вот этого я не понимаю, почему они стоят тупо. Какая вот эта пушка, она вообще не попадает, ребят. Я не понимаю, в чем прикол от нее. Если она просто не справляется со своей задачей. В чем прикол? Ну вот, смотри, сейчас опять пойдет Босяцкий. Как мы будем с ним драться, я не знаю. Как мы будем драться? По-моему, это пушка фигня, ребят. Ну серьезно тебе говорю, она вообще не попадает. Что это я сделал? Куда бомбочку выкинул? И вот сейчас пойдет босс. Замедляемся. Слушай, а тут смотри, кто уже. Ребят, тут не те эти хламоны, которые в тот раз были. Давай, давай, вот сюда, на перекрестке, на перекрестке. Ты что стоите, я не могу понять-то. Эй! Стоять! Не может быть. Пью, друзья мои. Замечательно. Прошли. Нравится ли вам эта игра? Так, ну... я даже боюсь представить, что там дальше будет. А что тут можно... Ага, нет. Только уже, наверное, на следующий день можно смотреть. Тут у нас какой-то... Witch Rock Forest. Ведьминый лес. Ведьминый горный лес какой-то. Что-то типа того. Так, что у нас тут? С
Самоцветы. Ну, за самоцветы мы с тобой приобретаем заклинашки. И у нас уже 2000 самоцветов. Вот так вот. Что-то 5 из 45, непонятно, что это такое. Ну что, друзья, на этой ноте, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Кстати, смотри, 1980-й, это год моего рождения, получается, ребят. А у меня сегодня день рождения. Ладно, всем удачи и до новых скорых видосиков.